Давай. Раз, два, три. Что такое? Никак не сделаешь это. А все, вы в нашей тюрьме, вы под нашей властью. А что вы за тюрьму устроили? Самое главное, сюда. Беги, Артем, беги! Да, ребят, вы прекрасно поняли, старые игры возвращаются на канал. Именно поэтому сегодня мы решили залететь в Ultimate Chicken Horse спустя год отсутствия в этой игре. Ребят, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе и добро пожаловать на новое видео. Ну что ж, серия, как обычно, получилась мега смешной и мега угарной. Мы запустили очень интересные уровни, которые успели выйти за все время нашего отсутствия, а также запустили мега экстремальный, сложный паркур карты, который пройти было реально сложно. Но все равно получилось очень весело, поэтому досматривайте до конца. Вам, ребята, я желаю приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Не забудьте заранее прожать кнопку лайка и подписаться на канал. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Крайний раз, когда мы заходили в Ultimate Chicken Horse, это было больше года назад. И за все это время в игре вышло много классного, крутого контента, который мы вам сегодня покажем. Ну что, парни, готовы или не готовы? Да! Погнали! Итак, мы сразу идем на новые карты, которых мы еще не играли. И первая из этих карт это острова, пацаны. Мы с вами летим на Мальдивы. О, Мальдивы! Мы с вами летим на Багамы. Ура! И сейчас все будет хорошо. Все за счет Олега Кофе. Я надеюсь, мы включили тот самый... Да, это тот самый режим. Итак, сейчас каждый из нас должен поставить по предмету, чтобы... А как? Подожди, стоп. Я взял клей. А я... Ладно, хорошо, я возьму двери. И как... Давайте все вместе, давайте все работать. А как мы это пройдем, погоди? Ну, Паша идиот, я все понял. Ну, вот так вот сделал. А, ну гениально, в принципе. Нормально, нормально. А как дверь открыть? Она сама откроет. Ай, молодцы. Невозможно. А вот смотри, сюда, по идее, можно упасть, да? Так, а я не допрыгну никак. Ну, Андрей, ну ты должен умереть. А на счет три просто полетим. Вот, смотри, ты оттуда прыгаешь, я снизу прыгаю, готов? Давай, раз, два, три. Два идиота. Ладно. Опа-опа-опа! Вот теперь я пойду. А вот теперь я пойду. Ну давай, давай, что ты сделаешь, а? Давай, давай. Ебать! А подожди, так реально или нереально? Мне кажется, нет. Ну нет, это невозможно вообще, как будто бы. Понятно? Это невозможно. Да, а что за ебанат меня скинул? О, тихо. Так, один раз показывай. Что такое? Ебать! Пацаны, а вот от этого лучше уходить подальше, мне кажется. Я умер. Блять! Все нормально, а? А, но мы дальше все равно не... Сдохните, 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 сдохните. Вызывай, вызывай прикола. И я сейчас научился не шуршать, сука. На, а, он прям реально, смотри, он прям реально... Так ты тоже умрешь, ты не пройдешь до конца этот уровень. Я думал, сейчас можно по щупальцу будет пробежать, а по щупальцам никак, оказывается, в регень. Короче, нам надо хотя бы как-то этот уровень проходимым сделать. Ну, реально. Не, нам оно не надо. Надо прям все подпортить. Надо предмет справа какой-нибудь хотя бы вот такое поставить. Да, вот так попробуем сделать. Ну, смотрите. Ну, конечно. Ну, конечно. Такой просто реально, ну вот я не могу. Давайте все вместе, ребят. Все вместе. Все вместе. Все вместе. Все вместе. Все вместе. А, бля. Все вместе. Нормально. Кстати, странно, что кракен нападает только ночью. Да. Опля. Нет, пожалуйста. А как ты туда запрыгнул? Кто легенда? Кто? 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 Скилл не растерял свой? Кто? 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 А, кто? Блять, не надо. Тихо. Страшно, 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 страшно. Ребята, страшно, 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 страшно. Очень страшно. А что мне делать? Андрей, петушара я не сделал. Что мне делать? Ну вот как? Кайфуй, кайфуй, главное. Подожди, а, кстати, да. Легкотня. Домик. Просто легкотня. Домик. Просто легкотня. Не, пацаны, вам что-то явно делать надо. Вы что-то аутсайдеры какие-то, а? Думаете, типа, я и это не пройду, да? Да. Так ты вон самолетики себе поставил, конечно, пройдешь. Так. Блять. Да я не увидел. Я не увидел, куда лететь. Да пошли, и все, пошли, и все, сюда. Нет смысла. Я не сдамся. Да что? Ебать, не сдался, молодец. Не, играть, конечно, с разбитым монитором в этой игре, это успех успехом, реально, я не знаю. Ебать, он самолетик поставил и сдох. Достанет Крукин, достанет Крукин. Да Крукин не достал, да, я слился, да что ж такое-то-то, а?
Ёбаные трубки придут. Не, вот это уничтожаем. Вот это мы уничтожаем. Паш, меня поднимаем, давай. Паш, меня поднимаем и идем. Да опять кто там хрустит чем-то, я не понимаю. Давай, чего? Что за дурацкая привычка есть на роликах? А кто ж серьёзно? Ёбаный. Нахуй ебал. Раньше Кракена. Ну, Крукин, конечно, не на шутку разозлился. Ну ладно, да. Хорошо. Ой, Андрей, сейчас столько очков должны дать. Ну, вот так вот просто сделаем, и все. Не надо, гандон. И все ваши авиалинии вот прямо сейчас обламываются. Ебать он, сука. Нихуя поебало. Блядь! Ой, ёбаный брод. Самолетик-то реально не работает. Так, а вот у меня вопросик один. А дальше там как-то можно, нет, пройти это или нет? Ну-ка, вот же надо... Назад! Подожди, не, я попробую. Блядь, я попробую это пройти. Да, блять! Давай я кофе. Это невозможно. Подожди. Залезь ты в ебучую пушку. Нет, там нереально. Там не долететь, там не долететь, там не долететь, там не долететь. Да все, умирайте, пацаны, там вообще никак. Ну что Паша всегда делает из себя какого-то клоуна, просто я не понимаю. Давай, давай, Паша. Вы вообще идиоты или что? Ну, Андрей, ну смотри, что они сделали. А что совсем? А, ну так мы не выберемся тут. Так мы не выберемся тут, зачем это сделали, а? А никак не сделаешь это. А все, вы в нашей тюрьме, вы под нашей властью. А чего за тюрьму устроили? Плесень, быстро. А вот, Б зажмите, Б английскую зажмите просто и все. Вот это хороший раунд был сейчас, парни. Просто отличнейшая попытка. Надо просто спасить все это, Олег, нахуй. Просто невероятно. Подожди, так, надо подумать. Надо просто логически подумать. Артем, я должен на рейс успеть. На рейс? А, блядь, о, гандон, почему здесь блядь, не сломали? Сука, Олег! О! Его там уже пристраивался к Олегу, пристраивался! А кто прошел, а кто прошел, а кто, кстати, Андрей, если ты тоже проходишь, то у нас, по идее, одинаковое количество очков должно быть. Смотри, я прыгнул, но вот эту смет... Ну а как будто бы кто в это и верил, скажите, пожалуйста, как вы. Я монитор разбил. Итак, победитель на этой карте я. Но так или иначе, это была лишь только первая карта из всех, которые нас сегодня ждут, поэтому идем дальше. Ну что ж, наша следующая карта — это ядовитая башня. Ё-моё. И вот что здесь будет, сейчас вообще пока непонятно. А где финиш, подожди, я пока не увидел. Паша говно досталось. А, финиш вот тут находится, вот, вот здесь. А, нам надо через бочку. Ну ладно, нормально, парни, делаем нормальный проходимый уровень, давайте. Конечно, 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 да. А, ты решил так сделать, да? Ну, кстати, благодаря льду вообще в теории можно будет допрыгнуть. Возможно. Ну что, давай смотреть, что это такое. Так, как проходить? Так, сука, я из-за вас не понимаю, кто я. Ай, смотри, и там лужица, смотри. А ну-ка. Пошел! Подожди. А, ломается блок. Тихо, 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 тихо. Бля! Там водопад. Башкой, на. А, сука! Нечестно, нечестно. Прошел, 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 конечно, вы как хотели. Маш, там можно пройти, отвечаю. Иди нахуй. Ага, прошел. На, вот поебал, это, вот эта штука, она работать будет или нет? Хорошо, Андрей, а ты что-то делать будешь или нет, или ты на месте будешь стоять? Он кайфует, нормально, не мешай ему. Там монитор разобьет. Андрей, давай. Ну нет, там сложно. Там... О, куда полетел? Смотри. На одном дыхании, на одном дыхании. Дверь работает, профи, отойди. Нихуя. Почти, почти, почти. Нет, почти. Туда тут не пройти никак. Ну молодцы, пацаны. Красавчики, чё я могу сказать. Алё, бегемот, ты будешь что-то делать или нет, а? Нет, я жду, пока ты умрёшь. А, почти! Кстати! Кстати, она, да, она закрутила. Да, вот она вот меня закрутила. Паш, там можно, там реально, Паш. Надо своим весом, своим приложиться и туда просто полететь. Ну давай. Бегемотик, бегемотик. Мота-мота. Так, ладно, мы здесь. Боюсь, здесь, да? Аккуратно, мина. Да иди нахуй. Ой, извините. Так, подожди. Да, блин, я да хотел кончили, прыгнуть. Блин, ты меня трупом выкинули. Тихо, подожди. Смотри, здесь, по идее, как? Здесь мы делаем по лицу вот так. Тебе бам, вот так вот. Потом мы делаем. Хорошо! Нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. Барди, очень слабо, очень слабо. Растеряли весь свой скилл за весь этот год. Да монитор мне купи новый, нахуй. Так, подожди. Газовые ебаные. Просчитываем, просчитываем, да, просчитываем. Нет. Просчитывай. Так, а вот там сложно будет. Подожди. А,
Ага. Охуенно профессионал. Ты просто буль. Да я в моменте, вот я хотел так же сделать, но я в моменте просто засал и все. Просто Олег гений инженерного просчета. И смотри, сейчас перчаточка ударит его. Нет? Паш, пожалуйста, пройди. Понятно, Паш, ну вот это классика, Паша, это никто не пройдет. Ах вы долбоебик. Да ай, хорошо. Ай, хорошо. Это хорошо, прям. Давайте, твари, проходите. Да Олег, блядь, там экран разбит по лбу тебе хуем. Ну я думал, оно не коснется. Я офигею, если Андрей пройдет. Ебать. О, было близко. Нет, это реально проще. Мы ж так просто не пройдем, идиоты, а! Ай, блядь. Папа, сразу, блядь. Да нет, почему? Ну это нереально. А как это? Не-не, это... Ну это реально, но надо прям в тайминг конкретный попасть и вот пробегать... Ну вот, все, там забей, нет. Ну уберите эту штуку реально со старта, ну и так нереально это пройти. Куда? Я могу, получается, пушку, упасть. Пушку, прыгай. Ага. Да, пушка тебя прям на финиш пойдет. Тихо, аккуратно. Так, и еще сейчас, и здесь надо просто запрыгнуть. Обосрется. Пожалуйста, ну, чтобы он лишь бы он сдох, пожалуйста. Все нормально. Хорошо. Ты простушка. Уй, ебаный. Не допрыгни, смотри, отсосет. Нет! Отдай или нет? Подожди! Да, посмертно, прошу посмертно! Ой, ебаная тварь. Так у меня пробел отключился! Да ладно, Артем, не пизди. Конечно, пробел у него отключился, конечно. Просто оторвался, выпрыгнул. Олег, сдохни. Я пробел нажал, но никак. Живу! Живчик! Отсосет. Так, тут чё? Тут вот, проходить надо, Олег. Страшно. Пытается. Давай. Бля, ебать. А, я дебил, я на меде был, вот почему того. Прошу! Ну чё, парни, не получилось. Не пошло, да? Я супер панда, а вы лохи просто, и не прошли, и все. Так, ну пацаны, я тут подготовил не такой, нет, уровень, который просто пройти надо, и все. Да ебать! Да ну нахуй. Чего? Ты молодец, прикольно. А я не знал. Ну вон там телепорт есть. Ну тут самое главное, смотрите, тут самое главное, что тут надо просто, ну, вовремя побежать, да, и все. И первым. Блять! Да как? Ну почти. А я не знаю, как это. Это нереально пройти, как бы. Вот это нереально уже что-то, слышите? Там реально везет тому, кто первый просто добегает до этого. Да ебать, я вообще! Они вдвоем прошли. Пробуйте. Что делает? Ну как, Паша так далеко ушел, я вообще не понял сейчас прикола. Телепорт! Там можно, кстати! Слышите, там пригнуться просто, там телепорт встаете и А нифига себе, куда Паша ушел, видели вообще, не, а? Нормально. Паша лучше всех пока получается, реально. Нет, ну я остался там один! Да ебать, да как я не допрыгнул-то? Опять Паша, и опять его эти. Кто-то! Он просто пчелу съедает, и все. А я не знаю, как, подожди. Как вы так врываетесь вперед просто? У нас есть мозг. Блядь, мне пробел реально. Да бляха, да задолбал он меня убивать. Не, это нереально. Нет, там самое главное, самое проблематичное, что тут даже на старте нельзя постоять, подумать просто. Ну как вы втроём? Да я по ХД тайминг ловлю этот. Ебать! Куда ты? Я нихуя вижу! Паша сейчас пройдет, Паша! Почти. А как ты сдох? Вон, пропеллеры. А пропеллеры? Паша, пропеллеры разбился. Это уровень для киберспортсменов уже каких-то прям настоящих. Так, найс. Ай, да я жив был! Найс. Ладно, я попрыгаю. Просто нахуй перчатки. Нет, ну я засосал. Паша! Где? Паша! Паша, ебанушка делает. Паша, пчелы! Все. Там реально пчелы. Вы понимаете, это нереально пройти просто. Тут пчелы летят за тобой, тут шанс это пройти просто, ну, не знаю, приравниваются к нулю реально. Нет! Почему я никогда не могу? Да нахуй, телепорт, ебаный, ублюдок!
Со всех сторон пчелы съели. Не, вот этот уровень для мазохистов каких-то, честное слово, я не знаю. Блять, ну, уровень для проституток. Ну, боже мой. А Паш, ты. Ой. Понял? Блять, мне просто. Мне клавиатура. Понял. Понял. Меня перетянул телепортом ебал так. Понял. Молодец. Короче, три попытки еще. Если не получается, идем дальше. Тут пацаны. Тут реально хардкор какой-то, нереальный. Я быстрее сделаю. Давай. Телепорт. Вы долбоёбы с этими пчелами, надоели их активировать! Там ТП-шка прям перед тобой стоит, нахрена ты в этот прыгаешь? А, там телепорт? Доброе утро. А тут можно, смотри, тут если улья не касаешься, то ты, они тебя не это, я думал, ты если рядом проходишь. Мне похуй, я покажу, как ёбну. Артёмка, пройди до конца, прыгай. Не, уровень прикольный, не знаю, ну типа, поняли, он сложный, но как будто его реально пройти, я не знаю. Как будто бы, если запотеть прям конкретно. Спустя 4 часа. Ну вот типа такого, да. Бля! Пиздец, я поебал. Ой. Здрасте. Да, сука, я ненавижу эти лаги. Что за бред? Знаешь, как нижняя перчатка просто въебашивается оттуда. Погоди, вот сейчас надо подождать, сейчас надо подождать. Вот, смотри, они сейчас вниз пойдут. Я, не, сейчас, погоди. Вот сейчас прыгай. Подожди. Вот сейчас. Тупой. Понял, я понял, подожди. Я боюсь, понимаете, сейчас, подожди, тайминги надо высчитать. Тайминги вот надо. Сейчас надо. Найс. Каджишка, делаешь? Прыгаем. Таджишка. Прыгаем. Тихо. Да прыгай, не бойся. Подавите пчел. Подожди, я могу вот так вот тут стоять просто, да? И, например... Да. Нет. Олег. На следующую только. На следующую, да, все равно надо. Теперь повезло, потому что мы пчелы отвлекли. Так до пчелы бы тебе в рот ебашит, бы дали. Да, вижу. Вот сейчас можно. Подожди, я вот так сделаю просто. Да, хорошо. Нихуя гений. Как будто это... Пизда, и реки. По стен... Ох! Это логично, это было очень даже логично. О! Ебать, да? Чего? О, нормально! Ебать! Джетпак. И тут на джетпаке надо пройти. Подожди, наверх смотрим. Тут тайминг надо. Видишь, смотри? Надо лететь. А как? О! Нет, посмертно, давай! Я, кстати, мог сейчас до финиша, доковылять. Все, найс, пчелы не задели, блядь! Самое главное. Сюда. Беги, Артём, беги! Ебаные пчелы, говна! Соси, тварь! Блять, как джетпаком пользоваться? Пожалуйста! Нет. А там, короче, в чем фишка? Он джетпак летит неровно, не прям под углом 90 градусов. Вот так вот по кругу. Это бред вообще. Он реально? Он... Да, сейчас. Уф. О, Олег, это давай. Было очень близко. Ты пройдешь, Олег, и мы посмертно тебе дадим медаль за прохождение. Да. Подожди, сейчас. Сейчас все будет, погоди. Так. Давай, да на следующую, прыгни нормально. Уф, хорошо? У меня вон все просто перегородили. Да, почтальон печник. Тихо. Нормально? Так, сейчас, смотри, сейчас они вот так вот летим. Все отлично. Олег, а я думаю, где моя почта? Он на почту не приходит. Он... Вот видишь, он летит неровно. Он летит плевать, под углом. Делай. Ой. Подожди, да, я здесь здесь потестить можно. Все, я понял примерно. Он бесконечный? Примерно. Подожди, это очень сложно. Где надо. Олег, посмертно, брат. О, чего? Прошел! Мы хотели сдаться! Но сдаваться умеют только лохи! И мы прошли этот уровень! Это лайк, ребята, однозначно! Это однозначно лайк! Ой, да! А вот здесь вообще непонятно, что нас ждет. Давайте смотреть. Надо как-то это. Это как будто понял этот автоматический. Это, кстати. А! Так вот. это башня, только видишь, смотри, короче. А, смотри. Ай. Молодец, Паш. Понятно. Подожди, стой. Короче, здесь надо... Она вот сливается, и нам надо вот сюда, потом сюда, потом... Вот так, и потом вот так. Все нормально. Дальше, я не хочу. А, они открываются. Ох. Ебать, ты прошел. Тихо. Бородатка, ёб. Там телепорт оранжевый, он тебя вниз туда, там надо пробежать. Жестко. Не, вот жесткий уровень. Что ты запускаешь? Я не знаю, я просто не знаю, понимаете? Это уже реально какой-то перебор как будто. За такой хардкор Олегу просто ебучку на беззвучку. Подожди. Вот. Что, я не понимаю. Я просто на лаки залетел. Все нормально. Так, ладно, здесь подождем. Как вы умерли об жижу эту? Да, от того, что, ну, Олег, не спрашивай, у меня монитор разбит, мать, зачем ты спрашиваешь? Так, тихо. Мать? Мать? Тихо. Я говорю, мальчик. Ты сказал, мать?
Да, мой так, сказал. Здесь сюда. Так, смотри. Давай, вот сейчас. Легенда. Тихо. Ох, блин. Нет. Я боюсь, что снизу вот эта пила. Я боюсь, что снизу пила, она заденет 100%. Короче, тайминги надо вычитать. Ну нет. Нет, подожди, она снизу тебя не трогает. Я случайно. Нет, не может тронуть. Может. Вот, смотри, Паш, встань здесь, вот тут левее. Вот, видишь, она не трогает. А, реально, тогда можно там просто. Все, пробегай, Паш. Охуенно. Мне тоже понравилось, прикольно. Паш, ну неплохо. Попытка была явно хорошей. А, она прям по КД активируется, смотри. Найс! Где я? Чего? Я здесь. Очень жесткий рассинхрон был. Нет, да нет, зачем? Да, молодец. Просто Олеженька, ты ювелир. Зачем я вернулся? Зачем? Олеженька, ты ювелир. Зачем я верну? Там вот реально некоторые моменты вот здесь вот надо проходить прям на одном дыхании. Прям вот не бояться просто и все. Если ты боишься... на старте хотя бы пройду. Да ёб-моё, блин. Ждать? Нахуй. Все? Бля. Тихо. Я бы пробежал. Нет, тут просто смотри. Олежа, ювелир! Так, а дальше. Дальше, смотри. Нет, вниз надо. Вот тут надо внизу пробежать, успеть. Когда там еще, смотри, видишь, что прикол? А, блин, я не могу так посмотреть, да? Олег, молодец, смотри. Просто там беги, вот это жижа, беги, там жижа, ловушка вот эта. Сейчас надо, подожди, надо. Вот сейчас, смотри, жижа, после, да, после этой волны, да. Сейчас жижа и... Вот как будто... Это нереально. Почти. Это нереально. Там этот тайминг вычитать, это вообще ну, просто Олег, нереально. Нет, я могу нет, погнали на следующий уровень, давай, реально. Давай. Последний финальный уровень очень интересный, вам всем понравится. Ну что, парни, добро да, пожаловать на лабиринт. Я не кончили. Знаю, как это пройти, меня... но надо просто пройти Олег, его. В прошлый раз, когда мы заходили, мы еле прошли такой лабиринт. Олег, давай, помнишь давай. Легендарный Олег, флажбэк? А ты помнишь, как мы в 2017, ой, в 2019 его проходили? Я помню, конечно. Помнишь, Олег, все прошли, я в конце упал. Вы видите вообще? О! Охуеть, он большой. Олег, за это поздравляю, блин. Реально? Ты долбоёб? Чего? А чё за бред? Я не знаю, я первый раз... Видимо, здесь просто клянусь, это пыль в глаза. Клянусь, я первый раз запустил типа, эту вот карту. Это. Я клянусь, я просто шёл инстинктивно направо. А чё за фигня? Не, это халява. Я думал, лабиринт просто будет мега огромным. Просто посередине пройти. 40 секунд просто прошли. Надо просто заблокировать путь посередине, чтобы это было интереснее пройти. Не знаю, что автор сделал такое. И в итоге так. Я говорю, это в глаза и просто посередине. Я за 20 секунд. Ладно, у нас есть второй лабиринт. Так, а вот тут уже вообще ничего не понятно. Видите или нет? Ебать темень. Тут еще и ловушки в лабиринте, слышите? Да, еще ловушки есть. А куда нам надо вообще попасть? Я не знаю. Кто-нибудь видит? Я не вижу. Нет. Кто-нибудь. Блять, ебучая. Так, кажется, нет, внизу где-то. Да, вниз надо. Мы с Пашей наверху нам сюда. Там про там улей, пацаны. Ебать! Так, не сюда, нет, там закрыто. Не сюда, да. Я а не вижу ничего. А вон, смотри, может туда, где они, смотри, видишь, справа у них. Да, скорее всего. Подожди, а у них как там... туда пройти? Да, походу туда, слышишь? На туре. Да, подожди! Стоять, стой! Ну он прошел! Сука. Не, Паша, а чё нахуя, Паша? А чё ты не ушёл? Долбоёб! Или не там, долбоёб. Слышишь? Походу не там. Там. Им вниз спуститься по ловушке и всё. Там ловушка, по которой не спуститься просто, в этом можно проблема. Можно спуститься. Там тайминги есть. Блин, я сейчас запутаюсь. Я ещё... Подожди, ты тоже умер, что ли? Я Артём, ты тоже умер, что ли, или да, чё? Да, Паша спустился, активировался на ловушке и меня подставил жёстко. Да, всё правильно, иди на хлох. Подожди, вот тут, блин? Вот здесь, вот, да, вниз. Ну-ка, подожди. Нет. Нет, ты же видишь, господи. Где? Нет, вниз а, ещё вот, нет. Вот. За вот, это, вот, Паш, вот, ты ответишь. Вот. А ты любишь сосать? Вот, нормально за это просто. Конечно. Так, вы вот сюда падали. Тихо! Нет! Вот теперь. Там засасывает! Там реально там засасывает в угол! Подожди, надо вниз посмотреть. Сделай. Зажми S, чтобы вниз смотреть. Что он не смотрит? У меня приближает только. Ладно, по-моему, хорошо. Так, смотри, здесь. Меня подожди! Нет, смотри! Тут не пройти! Дальше почему? Не пройти. Вот здесь, видишь? Он не пройдет. А, Паша был прав. А, лед! Там лед! Паша, ты был неправ. О! Да. Сосать! Найс! Сюда! Пацаны, уроды! Мы это прошли! Паша, а вот пацаны, к сожалению, нет. Ну что, друзья, вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Я надеюсь, вам он понравился. Поставили лайк и подписались на канал. Старый добрый Ultimate Chicken Horse. Реально давно не играли, все реально пока, прям пока, поностальгировали. Пока. Я лично скучал. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать кнопку лайка и подписываться на канал. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока! Пока! Пока!